Всем привет! На канале Кандиел. Сегодня наконец-то выпал снег, и мы пришли покататься на санках, погулять, покучевуем, попрыгать немножко, снежки полетите. И просто хорошо погулять. Наконец-то выпал снег! Куда едем? Едем к учебникам. Показывай дорогу. Да. У меня сами ездят. Остановка к учебникам. С горочки, может, покатаешься? Да. Сейчас Ева будет съезжать с горочки. Что-то слабенькая горочка тут. Да. Может, идем на другую какую-нибудь? Не знаю. Идем поищем еще горочки. Да. Максим! Шумахер. Шумахер. Шумахер Ева. Канди Ева. Ой-ой-ой, какой ангелочек у нас получился. А ну-ка, давай аккуратненько тебя поднимем. Давай ручку. Ангелочек. Опа. О, вот какой у нас. Ангелочек получился. Ага. Кто-то вроде ты кто, колобок? Да. Или... И что вы? Снежная девочка. Снегурка? Да. Что, я снежный человечек. Угу. Ева, ты любишь снег? Да. А почему? Новый год зимой, и день рождения это у меня. И день рождения у тебя зимой, да? Нет, это не... Это ты потому зиму любишь, да? А сам снег? Любишь снег? Потому что можно в нем кувыркаться, да? Снежки лепить, папу бросать. Мне понравилось. И зиму, да, любишь? Да. Но зимой же... На озере не покупайся, на море не покупаешься. Мне еще лето нравится. Ага. Так, сейчас клубочек крутится будет. Так, вторая попытка клубочка готова. Давай. Сейчас хотя... Ой-ой-ой. 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 Голова не закружилась? Нет, она меня тут закружила. Ты вся в снегу. Меня в клубочке закружила. Тебе понравилось, да, я вижу? Так, третий номер клубочка готов тоже. Ку-ку. Привет. Ку-ку. Я выкатилась к вам. Ку-ку. Привет. Так, мне очень понравился
кувыркаться, да? Понравилось? А может, мы потом еще пойдем на горочку покатаемся? Ну да. На ту большую, где детки катаются. Ку-ку. Ой. Привет. Ой. Привет, снежный человек. Меня тут уже закружило, завертело. Закружило, завертело тебя? Да. Мутало тебя. Слушайте, где-то Ева наша пропала. Ку-ку. О! А ну-ка, ну-ка, где там она? За сугробом прячется. Ага, она за сугробами прячется. Следы смотреть. Какие-то звери бегали тут. Где? А вон следы. Смотри, будем определять. Помнишь, как Маша и медведь, она определяла, что за зверь? Зайчик, зайчик там или волк. А вон, смотри. Какие следы. Ух ты. Вот какой-то след. Вот след. Кто это? Как ты думаешь? Это лиса. Лиса? Волк, да, волк. А где же он в городе возьмется, волк? Может, это собачка просто? Да, это собака. А вот это, смотри, это кто-то уже другой, смотри. Побольше? Вот, маленькие, вот. Вот. Это птички. Птички? Да. Точно? А вот это люди. Может, хомячок какой-то? Нет. А вот это люди уже. Угу. У меня тут такая большая дорога уже. Ой, ты тут раскопки делаешь? Да. Может, ты опять ищешь динозавров тут, Кости? Нет. А что? Ну, я тогда искала динозавров, да? Да, а тут кого ищешь? Снежного человека? Косточки снежного человека? Я снежный человек. Я тут откапываю свою дырку. Это твой дом. Я понял, сюда и кушать приносить, да, в следующий раз? Да. Ты тут спать будешь? Вот, тут. Да? Матрас тебе сюда принести? Да. Что тут тебе еще? Подушечку? Двухэтажная. Не поместится? А вот тут будет моя выхлопная труба. От чего выхлопная? Что туда будешь выхлопывать? Шарики выхлопывают. Пошли. Круто вы катаетесь. Да. У нас только что был резкий разворот. Давайте. Даже не держится. А что ты будешь делать?
Ого-го-го. Снегопад. Мало тебе снегопада, да? Ты что делаешь? Ой! Пам-пам-пам! Пошел снег! Бух! Все, таран!